Век живи, век учись. Правильно выбрал положение для поворота, не выворачивая колес, пропуская встречных, так? Так. Вот. Обгон никто не совершает. Еду. Ну, попробуй. Водитель на встречной полосе собирается повернуть, но в последний момент передумывает и едет прямо. Виноват в этой аварии будет тот, кто поворачивал. Почему я опять виноват? Потому что твой оппонент может заявить, что он ехал прямо. Могу, брат. Вот. Поэтому, если ты не уверен, что тебя пропускают, стой до последнего. Ты же видел? Ты видел? Будешь моим свидетелем. А в этом нет необходимости. Почему? Потому что вот твой свидетель.